Свое участие в работе 11-го Астанинского экономического форума уже подтвердили звезды мировых индустрий. Ясмин Махмуд, генеральный директор Малайзийского центра цифровой экономики, одно из самых влиятельных лиц в IT-индустрии Малайзии и всей Юго-Восточной Азии, выступит на заседании Международного экспертного совета по цифровизации. Приглашение участвовать в АЭФ принял и советник по технологиям правительства Великобритании Лиам Максвелл. Под его руководством была создана функция Common Technology Services, которая предоставила ряд услуг от службы хостинга Crown до сети общественных услуг Digital Marketplace и функции контроля за расходами и доставки. Его нововведения помогли правительству за 4 года сэкономить 3,5 миллиарда фунтов стерлингов. Напомню, до начала форума остается 7 дней.